Знаете, я немножко буду рассказывать необычная песня. Я не могла ее не спеть. Она не совсем для этого антуража, так сказать. Там присутствует рэп. Вот. Наверное, всем, тот, кто меня знает, всем известно, что я пишу очень разные стили, но, как сказала, кстати, моя любимая певица, с которой меня познакомили благодаря Евгению, который сегодня здесь присутствует, она сказала, тот, кто пишет все одно и то же, он без души. И я абсолютно согласна, потому что, согласитесь, у вас есть сегодня такое настроение, а завтра придет какая-нибудь соседка со второго этажа, да, и скажет, вы с первого этажа, скажет, вы меня залили. И у вас, конечно, какое-то настроение абсолютно другое. Поэтому точно так же случается и у меня. И песня не совсем обычная, повторюсь, она называется «Отпустите». Если вы прочувствуете, что там есть в этой песне, вы поймете меня. А что здесь произошло? О, Господи, какой ужас! Полиция! Где скорая? Мамочки, мамочки! Мамаша, уберите ребенка! О, Боже мой, она была хорошим человеком. На дисках изданы, ведь пить же то, что на душе, то, что истинно.